жизни одного человека больше нет, и ничего не понимаешь. Просто что можно делать на кладбище? Нам очень повезло. Понимаешь, почему? Сейчас главное идти. Ладно, аккуратно. Она сейчас будет заметить. Закрой, закрой. Входи, 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 быстрее. Надо закрыть же. Он же помочь ему здесь. Сейчас, телефон, куда? Сейчас. Нам очень повезло. Фух, я не знаю, будет ли она постоянно вести. Куда мы забежали? Что это вообще такое? Я вообще вовремя спотыкнулся, короче, фонарик успел убрать, прикинь. Он бы реально заметил нас сейчас просто. Здесь же темно, с фонариком ничего не видно. Это что? У него есть все-таки поросята? Это хрюшки, да? А это корова? Ой, аккуратно, смотри, какая здесь грязь. Фу. Это что, корова? Короче, не суть, смотри. Косы, он, наверное, ими убивает, или что это? Посмотри просто, какие лезвия. Зачем такие? Типа, что им вообще можно делать, я не пойму. Нужно разработать план действий. Смотри, видишь, он ходит, ищет нас. Но я не знаю, вот он пошел туда, он проверил здесь. Значит, здесь он уже не будет проверять. Но нельзя же нам вечно прятаться, нам нужно убегать. Нам нужно его как-то обмануть. Я не знаю, давай, возможно... Давай, я не знаю, какой-нибудь план действий, сейчас надо придумать срочно. Нам нужно его отвлечь как-то и убегать, срочно убегать. Я видел за этим сараем здесь дорогу. Если мы по ней побежим, я думаю, нормально все будет. Я думаю, это нормально. Что здесь? Смотри, еще какие-то куртки, платки. Мне показалось, это мышь как будто умершая. Я не знаю, что... А это что? Что это такое? Все в дырках. Вот как будто он вообще незачем не ухаживает. Но если честно, здесь и запах такой мерзкий пахнет, как будто как в туалете. Но это понятно, почему здесь видели как бы хрюшки. Все в паутине. Короче, я не знаю. Что? Нам, короче, нужно как-то вылезти и быстро посмотреть, где он, отвлечь его и бежать. Надо это попробовать. Сейчас я посмотрю, где он. И потом мы будем убегать. Короче, план действий такой. Я сейчас открываю дверь, смотрю, где он, ищу какой-нибудь камень, ищу что-нибудь. Вдруг качешься. Ищу что-нибудь, кидаю, чтобы отвлечь его. Что? Что он всегда лезет? Он нас сейчас даст. Короче, все, давай, я сейчас открываю, он никого не сказал. Я кинул, там курицы разбежались. И если сейчас подействую, то все отлично. Секунда 10 досчитать. Раз, два. Примерно 10 секунд сейчас пройдет, короче. Надо выходить, смотреть. Почему они бегают? Они нас сейчас дадут. Он же поймет, что здесь. Тихо, подождите, он.
смотри, он там еще. У него есть сообщник какой-то. Может, у них целая секта? Он ходит, нас до сих пор ищет. Короче, так. Сейчас нужно идти, здесь ветки, здесь нас не видно будет. По-моему, от него мы избавились, если он нас сейчас не заметит. Я очень надеюсь. Надо нам куда-то идти. Куда эта дорога может вести? Да она куда хочешь может вести. Это ж вообще непонятно, где мы. Ладно. Нам повезло уже, что нас он не убил. Я побыл в каком-то бункере. То если можно подвести итоги. Я побыл в каком-то бункере. Нас чуть не убили. У него психопатная. У него дочь тоже ненормальная. Но я верю. Я верю, что дочка реально была нормальная. Сейчас ты дышишь, подожди. Я не знаю, нам по-любому нужно идти, не останавливаться. Потому что в любой момент он может заметить, что нас нет на его участке. И пойти искать. А я даже не знаю, куда мы идем. Это же он здесь все знает, он хозяин. Я-то ничего не понимаю. И очень удивительно. Вот если подумать, то мы уже сколько находимся здесь. И здесь я встретил только его и его дочку, никого больше. Это что это за место жительства такое, где живет один людоед и одна его дочка. И дочка, у которой удивительно нет друзей. Почему же у дочки людоеда нет друзей? Может быть, ее друзей съедают? Может, в кустах спрятаться? Или такая сеть? Нам нужно найти помощь. Пойдем, может быть, она будет прямо, я просто не знаю. Здесь ни одного человека больше нет, ничего. Что, куда нам нужно вот просто прийти? Вот если мыслить логически, это чтобы обмануть маньяка, нужно думать как маньяк или как? Просто я в такой ситуации. И самое стрёмное, что каждую минуту он может. Только какой-то вечный власти пак. Только докуда? Короче, ладно, выключаю камеру, потому что... Куда-нибудь придем, там и включим. Короче, непонятно. Это кладбище? Откуда кладбище? Там, где всего живет два человека. Или он может всех убивал похоронить? Хотя куда хранить, он же их есть. Я ничего не понимаю. Тут реально кладбище. Оно какое-то выпробованное, что ли? Там вообще что-то сгоревшее, просто посмотри. Я не понимаю, в чем проблема, зачем человеку идти сюда? Здесь реально все какие-то неуравновешенные. Фух, я не знаю, мне кажется, от нее нужно убежать. Куда мы побежим, господи, сейчас? Ладно, давай посмотрим, короче, что она делает. Поближе, пойдем поближе. Слышишь? Слышишь, она что-то говорит? Она реально что-то говорит? Нормально.
Что можно делать на кладбище? Вокруг одни венки и духи. Я не знаю, тут реально же страшно. Днем на кладбище страшно. Что она делает возле него?